15 ноября стартовала всероссийская тренировка дистанционного электронного голосования. Оно продлится до 8 часов вечера 17 ноября на портале ДЭК, напоминает телеграм-канал промышленного района. Необходимо зайти на сайт и нажать на кнопку «Участвовать в тренировке». Оно проводится среди избирателей, подавших заявление на участие в тренировке ДЭК и получивших статус «Учтено». Тренировка позволит всем желающим ознакомиться с процедурой электронного голосования и проверить совместимость устройства и браузера на соответствие минимальным требованиям корректной работы портала ДЭК. Меры поддержки для льготных категорий граждан в рамках социальной газификации продолжают улучшаться, информирует телеграм-канал Советского района. Теперь можно использовать субсидию по новым правилам, и сумма первого платежа может включать в себя весь объем предоставленных средств. Председатель правительства Михаил Мишустин отметил, что эти меры позволят оперативнее предоставлять государственную помощь большему числу льготников. Студентам, обучающимся по программам высшего медицинского образования по договору целевого обучения, предоставляется ежемесячная выплата, сообщает телеграм-канал городского департамента опеки, попечительства и соцподдержки. Для оформления выплаты можно обратиться в любой офис МФЦ или районный отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения. Подробную консультацию о выплате можно получить по телефону 333-52-28. 15 ноября празднуется Международный день молочных коктейлей, информирует телеграм-канал железнодорожного района. Подобие милкшейка было впервые приготовлено в Великобритании в 1865 году. Прообразом десерта можно считать сладкий напиток на основе яиц и молока с добавлением сиропа. В культурах разных народностей технология приготовления напитка имела свои особенности. Сегодня милкшейк делают на основе молока и мороженого. Для придания разных вкусов добавляют фрукты, варенье, сиропы, взбитые сливки, тертый шоколад.